А теперь к новостям культуры. Картинная галерея после капитального ремонта неоднократно проводила разнообразные выставки, в том числе и персональные. На этот раз здесь решили провести выставку картин только славянских художников, чтобы жители могли познакомиться с их творчеством. В Славянском районе много талантливых и одаренных людей. В этом многообразии творческих личностей отдельно хочется выделить местных художников. Самобытных, ярких, многогранных. Каждый из них уникален и неповторим. Но есть черта, которая их всех объединяет. Это любовь к родной земле, на которой они живут и пишут. И именно любовь к родному краю стала лейтмотивом, открывшейся в картинной галерее выставки, на которой представлены работы только славянских художников. Здесь можно увидеть кубанские пейзажи в разные времена года, натюрморты, портреты. Некоторые картины написаны так реалистично, что похожи на фотографии, а от некоторых веет мистикой и чем-то потусторонним. Свое вдохновение художники черпают в окружающем мире, порой замечая то, что другим недоступно. Эти работы у меня были написаны под впечатлением, которое я получил после пленэра. Мы ездили в Шапсук. Для меня это было открытие, я увидел там дольмены, посетил эти дольмены, и эта зона, в которую мы входили, когда к нему подходили, я уже тогда почувствовал какой-то прилив какой-то силы, какой-то внутренней энергии, которая обретала вот это место. И под этим впечатлением, ну, то, что я там рисовал, это было просто восприятие открытой природы. На выставке представлены работы 17 славянских художников, всего более 70 картин. Познакомиться с творчеством своих земляков, увидеть мир их глазами можно в картинной галерее до конца августа. Приходите, приводите своих детей, окунитесь в мир творчества и красоты. Анна Монастыренко, Станислав Бурбыко, программа «События».